потрясающий турецкий хет-трик. Чалханоглу здесь, мимо него много. Ну а Стефано Пиоли в том матче, конечно, тоже коронавирусом заболел. И также сдал тест положительный. Поэтому быть наказанным. Все должно быть по уставу, по регламенту. Ну, по делу. Все свистки пока по делу. Спор. Нет положения вне игры. 2 в 1. 3 в 1 выходят футболисты Милана. Отдай пас. Отдай ты пас. Что ж ты делаешь-то? Хёге! Уже на голевую. И снова Хёге. Это для его команды в чужой штрафной. Много прошла. Кстилеха сместился сюда на левую бровку. По позиции играет он сегодня справа, но вот в конкретной. Вот и тур. Это 4-й тур Лиги Европы. Будет еще 2 матча. Еще потенциально 6 защитником, но сам себя загоняет к угловому флагу норвежец. Старается. Атакующей игре Милана не видно ровным счетом ничего. Одна была. Блестяще играют, красиво играют в атаку, много забивают идти. Надо было первый тайм начинать, господа, что же вы молчали? 26-й Жереми Пьо, номер 8-й Шека, 21-й Бенджамин Андре, 12-й Юсуф Язид. Видимо, на повышенных тонах футболисты Милана вышли и с первой же атаки забили гол. Нет, прошу прощения, с 16 августа во всех турнирах проиграл только лишь Бресту. Самое интересное, 16 августа Лиль проиграл. Еще один перехват, это Хауге, заброс. Хауге. Ну вот, его неточное пехотное называется то поражение 0-3, но оно случилось. Хауге. Вот по мне так первый кандидат на замену ошибается постоянно. Так, и Милана, передача на Хауге. Хауге прострел! Да вот не нравится мне Хауге. Не нравится. Ты можешь потерять больше мячей. Но если сохранение мяча и владение для своей команды, Хауге. Мяч на колонне коснулся, Хауге бежит помешать футболистам Биле. Быстро организовать атаку и снова нарушает правила, отталкивая в спину соперника. Очень слабо. Бинго! Хауге поле покидает, вместо него боснийский полузащитник.